Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет обновленный формат ежедневной информационно-аналитической программы. Теперь наши зрители смогут узнать самые свежие новости из эфира телеканалов, в числе которых ТВ-3 «Домашний», «Перец» и «Городской». Наши авторы будут держать вас в курсе событий политических, социальных, а также спортивных, культурных и многих других. Ребрендинг канала продолжается полным ходом. Вас ждет много нового и интересного. В эфире программа «День города» в студии Оксана Тебенихина. Начнем с анонса сегодняшнего выпуска. Праздник состоялся. 120-летие Сергея Есенина, к которому так долго готовились, рязанцы отметили с размахом. Учитель мой, я вас благодарю. В России и еще в более чем 100 странах мира отмечают День учителя. В библиотеке Горького состоялось открытие межрегионального фестиваля «Читающий мир». В субботу 3 октября в селе Константиново прошел всероссийский праздник поэзии «Звени, звени, Золотая Русь». В этом году ежегодное мероприятие было посвящено 120-летию со дня рождения нашего земляка, поэта Сергея Есенина. Торжества в музее-заповеднике проходили с самого раннего утра. На Сельской площади, к примеру, открылась ярмарка, где можно было приобрести работы народных умельцев и сувениры. Также работал свободный микрофон. Каждый желающий мог вспомнить любимые есенинские строки. Сам Есенин при жизни говорил, что его лирика жива одной большой любовью – любовью к родине. Он написал десятки великих произведений, которые вошли в сознание русского народа как культура. Наша съемочная группа также присутствовала на празднике. Алена Куколева расскажет подробно о том, что происходило на малой родине поэта. Традиционный праздник «Звени, звени, Золотая Русь» проходит в Константинове с 1985 года. Несмотря на внушительную дату торжества, стихи поэта остаются молодыми и любимыми. Тому доказательство – собравшиеся исследователи творчества поэта, актеры, поэты, художники и тысячи поклонников его творчества со всех уголков России и из-за рубежа. Мне нравятся очень его стихи. Нравится, что он писал о Руси. Вот, прославлял женщину, и вот это мне близко, очень дорого. Те места, в которых он вырос, они очень красивые, они потрясающие, они вдохновляют, они дают какие-то особые силы. Есенин сейчас везде. Его как не как других поэтов принимают, а как сердце принимают, как своего близкого, как родного. Еще и солнце не погасло, заря молитвенником красным. Такое количество поклонников творчества поэта Константинова, наверное, еще не видела никогда. Парковка растянулась на 2 с лишним километра от села. Для гостей праздника в честь юбилейной даты была подготовлена масштабная программа. На Большом деревенском лугу народные гуляния, карусели, сладости, шум, торговля. На центральной площади работала ярмарка народных мастеров. Свободный микрофон, где каждый мог прочитать стихотворение поэта или посвящение ему. Что у вас творится в головах? Интриги, сплетни, всяческие бредни, размышляя о мехах да кружевах. На основной сцене выступили губернаторский духовой оркестр Московской области и Государственный академический рязанский русский народный хор имени Попова. Мы задаемся сегодня вопросом, почему нас так много пришедших сегодня к Есенину, и отвечаем, потому что он и сегодня откровенно говорит с нами о России, о жизни, о судьбе, о любви. Он и сегодня призывает нас любить родную землю. Кульминацией праздника стало представление музыкально-поэтического спектакля Сергея Безрукова «Хулиган. Исповедь». Сергей Безруков – самый известный сценический экранный Есенин. Он играет поэта 20 лет. Актер рассказал журналистам, что произведения Есенина способны объединять братские народы даже в кризисные ситуации. Есенин я читал в самых разных странах нашего ближнего зарубежья. Наши братские народы. Сейчас сложное время. Понятно, что политически очень сложное время. Порой братские народы не понимают друг друга. Актер отметил, что уникальность Есенина заключается в том, что он показал пример истинной любви к России. Есенин очень русский, очень родной, народный поэт. Поэтому способна, конечно, его поэзия объединять, потому что он писал о людях, писал о страстях человеческих, писал о себе, и писал настолько искренне. И ему веришь. В каждом стихотворении веришь Есенину.
веришь. Во всех стихах, в страстных, нежных, лирических, в хулиганских стихах, во всех стихах он настолько искренний. А ты понимаешь, что он все это писал, потому что так чувствует он. Сергей Безруков получил от губернатора Олега Ковалева высшую награду региона – благодарность от земли рязанской. Продолжим. Рязанская группа «Филинс» и итальянский вокалист Борис Савалделли со дня на день представят новый совместный альбом «Есенин джаз», в который войдут 8 композиций на итальянском, русском и английском языках. Презентация альбома приурочена к юбилейной дате. Геннадий Филин, руководитель и композитор группы «Филинс», отметил, что Сергей Есенин – самый переводимый поэт в мире. Его стихи читают более чем на 150 языках. У Есенина около 300 стихотворений, но на них написано более 5000 песен. Этот уникальный творческий симбиоз возник из идей общей работы над лучшими образцами эстрадного наследия Италии и России. Джазовый вокалист Борис Савалделли исполнит на итальянском и английском языках общеизвестные песни на стихи Есенина, а рязанский бенд «Филинс» предложит уважаемой публике свои версии итальянских эстрадно-джазовых хитов 30-х годов прошлого века. Al cielo più non batte. Есенин джаз уже получил самую высокую оценку как в музыкальном мире, так и среди ведущих есениноведов и литераторов России. По мнению Игоря Бутмана, этот проект способен стать предметом культурного экспорта России в мировое пространство. Потрясающее смешение культур и большое событие для российской музыки. К другим новостям. Кто из нас не помнит Дня Учителя, восхитительно веселого и бесшабашного, так как все уроки в этот день проводили не учителя, а старшеклассники. Тогда все ходили веселые с букетами и конфетами, устраивали праздничные концерты и веселые выступления. День Учителя в России празднуется уже 4 десятилетия. И многие поколения уже за это время распахнули двери во взрослую жизнь. Недопустимо оставлять без внимания учителей, и следует использовать эту возможность, чтобы поздравить наставника с профессиональным днем, поблагодарив за терпение, знания и переданный опыт. В Рязани сегодня проходят общегородские мероприятия, на которых чествуют тружеников этой нелегкой профессии. День учителя – важный праздник. Именно в этот день звучит много теплых, нежных слов и поздравлений. Конечно, учитель – это тяжелая профессия, которая требует внимания, терпения, любви к детям и стремления дать всем ученикам как можно больше знаний. И только люди, для которых это не просто работа, а призвание, и, быть может, даже в какой-то мере смысл жизни, могут нести на себе этот не всегда легкий груз и становиться не просто учителями, а настоящими наставниками для подрастающего поколения. Сегодня в нашем городе, как и во многих других, повсеместно отмечается этот светлый праздник – День Учителя. Так, в Театре на Соборной всех собравшихся представителей этой нелегкой профессии поздравили с праздником и отметили ветеранов педагогического труда. Дай Бог, чтобы всегда у вас были те ученики, которым вы бы гордились. Дай Бог, чтобы у учеников были прекрасные учителя, которые вспоминали и были благодарны им всю жизнь. В этом также смыслы. От всего сердца поздравляю вас, желаю вам крепкого здоровья, счастья, сил, процветания, помощи во всем Божьей и своих коллег. И низкий вам поклон. Несомненно, День Учителя – это не просто день, когда труженики педагогического фронта получают поздравления, цветы и подарки, но и день, когда вспоминаются школьные годы теми, для кого они далеко позади. Скажи, как звали первого учителя в школе, помнишь? Надежда Николаевна. А школьные годы вообще для тебя хорошие были? Да, вполне. А хотел бы обратно в школу? Не, хватит. Помню. Как вы звали? Татьяна Павловна. А как считаете, вообще школьные годы, они хорошие? Хорошие. Хотели бы обратно в школу? Нет. Почему? Ну зачем? Да. Как звали? Галина Александровна. А как считаете, вообще школьные годы, они хорошие? Конечно. Хотели бы обратно в школу? Нет. Мне здесь хорошо. Первого учителя помните, как в школе звали? Наталья Павловна. А школьные годы хорошие были? Конечно. Хотели бы обратно в школу? Нет. Валентина Владимировна. А школьные годы хорошие были? Ну, конечно, хорошие. Хотели бы обратно в школу? Нет, слишком поздно уже. Теперь внук скоро пойдет уже в школу. Ну и, конечно, в который раз, и сегодня особенно, хочется сказать всем учителям спасибо за их терпение, труд, за то, что вырастили не одно поколение, и за то, что школьные годы навсегда останутся, пожалуй, самым лучшим воспоминанием.
В библиотеке имени Горького состоялась церемония открытия межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир». Пройдет он под эгидой Года литературы в период с 5 по 7 октября. Мероприятия фестиваля направлены на пропаганду книги, чтения национальных литератур и языков, на формирование положительного имиджа читающего человека. Книжные фестивали в нашей области начали проводить еще 20 лет назад. Со временем количество участников увеличивалось. И сейчас на фестивале национальной книги «Читающий мир», который проходит в библиотеке имени Горького, уже зарегистрированы участники из 20 регионов. Тут все желающие могут посетить выставку-ярмарку книг самых разных издательств России. Также пройдут интересные встречи с поэтами и писателями. К 2011 году «Рязанская книга» выросла в межрегиональный книжный фестиваль «Региональная книга России». И в 2011 и 2013 году наши фестивали показывали книги, изданные не только в столицах нашей Родины, но и в различных регионах. Ну а в этом году фестиваль несколько изменил свое направление. Теперь он фестиваль национальной книги «Читающий мир». Состоялась и презентация книги «Ряжские портреты». Один из ее авторов – вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов. В этой книге можно много узнать о выдающихся людях, которые выросли в Ряжске. Информация о них собиралась по крупицам достаточно долго и основательно. Но и это отнюдь не все интересное, что можно было увидеть на открытии фестиваля. Каждый, кто пришел сюда, мог ознакомиться с довольно интересной литературой из Республики Крым. Мы привезли книги нескольких издательств, которые работают в Крыму и выпускают книги по истории Крыма, книги, связанные с жизнью и творческой судьбой замечательных русских писателей. Этот фестиваль можно будет посетить до 7 октября. Организаторы надеются, что каждый найдет тут для себя что-то интересное. К другим новостям. Российский следователь на протяжении нескольких лет разыскивает серийного убийцу. По данным следствия, мужчина орудовал во многих регионах страны, оставляя за собой кровавые следы. Преступник объявлен в федеральный розыск. Подробнее расскажет Олеся Харлина. Вот уже несколько лет следователи всей России ищут следы маньяка, который лишил жизни более 30 старушек. Преступник сначала орудовал в Казани, потом в Нижнем Новгороде, Волжске, Ижевске, Перми, Ульяновске, Чебоксарах, Уфе, Самаре, Саратове, а также в двух городах Уральского федерального округа – Челябинске и Екатеринбурге. Следствие не исключает, что подозреваемый в расправах над пенсионерками мог перебраться в любой регион страны. За информацию о нем пообещали даже 1 миллион рублей. В этой связи просим всех внимательно посмотреть видео и фотоизображения и оказать содействие органу следствия в установлении личности преступника. Доверчивые бабушки всегда впускали его в квартиру сами. Что характерно, душегубы интересуют только хрущевки. Представляясь социальным сотрудником или работником коммунальных служб, он легко втирался в доверие к 75- и 90-летним старушкам. Когда мужчина оказывался на пороге, он хватал жертву за горло. Душил любыми подручными предметами. Кого-то поясом от халата, кого-то шнуром от утюга. Бывало даже бельевой веревкой. Из квартир убитых душитель забирал деньги, иногда мобильные телефоны, из-за чего его быстро нарекли Раскольниковым. Но, как и герой романа Достоевского, мужчина оказался не так-то прост. В последний раз маньяк был замечен в тихом уфимском дворе. Он проследил за своей жертвой, та даже впустила его в квартиру, но, к счастью для бабушки, совершить задуманное преступник не смог. На счастье старушки, в тот момент дома находилась внучка. Она-то испугнула преступника. Видеозапись, на которой запечатлен предполагаемый убийца, попала в руки оперативников совершенно случайно. Всегда осторожный, он до сих пор не оставлял никаких свидетельств своих преступлений. Мужчина поджидал пенсионерку на лестничной клетке, затем предложил помочь донести сумку, зашел в квартиру и через несколько минут убежал. Следствие располагает даже ДНК серийного маньяка, но ни в одной базе он не значится, а потому до сих пор остается на свободе. Психологи-криминалисты составили фоторобот преступника. Ему от 20 до 35 лет, худощавого телосложения, но развитый физически. Среднего роста, имеет невыразительную внешность, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей. Имеет среднее образование и невысокий социальный статус. Какой регион маньяк выберет для своего кровавого турне на этот раз, неизвестно, а потому будьте предельно бдительны и осторожны. На сегодня это все новости. Смотрите далее в эфире телекомпании «Город» программу «Подробности», гостем которой стал Геннадий Филин, композитор и руководитель группы «Филинс». Программа «День города» прощается со зрителями до завтра. Всего доброго! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии.
в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40.